С раннего утра активисты городской общественной организации «Милосердие» наводили порядок напротив своего дома. Уютные клумбы с яркими цветами теперь украшают вход. А с торца здания по улице Новороссийская, 66, появилось 5 мест, где могут остановить свой транспорт люди с ограниченными возможностями здоровья. Парковка была необходима, считает председатель организации Виталий Кузьменко. Количество людей увеличивается, люди вступают в общество, они верят обществу, они хотят здесь быть. И вот сегодня мы открываем нашу стоянку для инвалидов, где каждый человек может сбросить свой транспорт рядом с обществом, не напрягаясь, зайти и решать свои вопросы. В процесс благоустройства вмешалась погода, но дело временное, и вскоре 5-е парковочное место также будет покрыто асфальтом. Цветы, красивые елочки, декоративный кустарник – весь посадочный материал был выделен муниципальным предприятием «Озеленитель». Есть люди с ограниченными возможностями, но они не должны чувствовать себя ограниченными в чем-то. Поэтому стараемся сделать так, чтобы как можно лучше скрасить их жизнь и оказать какую-то помощь. Виталий Кузьменко является координатором проекта «Единая страна. Доступная среда». И знает, что в первую очередь необходимо людям с ограниченными возможностями здоровья, среди которых много детей, поэтому на достигнутом останавливаться не собирается. Подтолкнуло нас, чтобы здесь, на свободной территории, сделать детскую площадку, которая будет служить деткам не только общества «Милосердия», но и всем проходящим. Это будет приятно каждому родителю, тем более район большой. В городе делается немало для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя удобно. Напротив многих социально значимых объектов установлены пандусы. На переходах есть тактильная плитка для слабовидящих людей. Стало намного жить лучше людям с ограниченными возможностями. Я скажу, это благодаря нашему главе города. Тем более глава города является и председателем координационного совета, который связал в себя 12 общественных организаций. Парковочные места и красивые клумбы – это еще один вклад председателя и активистов общественной организации «Милосердие» в благоустройство города. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».